Всем привет, с вами мистер Дудонсон, и это уже не Майнкрафт 1.3.2, а это уже Майнкрафт 1.4.2. Итак, много чего добавили. Визарда, который мы может или Визарда будем побеждать, или как он? Как его зовут-то? А, Дракон Края, просто он уже не такой интересный. Но его жестоко мочить. В принципе. Так. Итак, в прошлую серию мы нашли алмазы. Давайте их добудем наконец-то. О, да. 1, 2, 3. Я даже не знаю, ростом добывать или нет, но толку нам от него, я не знаю. Давайте, короче, пойдем наверх. Я думаю, там уже утро. И добудем нам немножко дерева. Кстати, можем порубить зомби, но я не буду им рубить зомби, потому что меня зомби с первого раза сделают. А я не хочу, чтобы меня убивали. О! Вы слышали это? Это у нас. Где-то тут. Это у нас летучая мышь, только я вот не понимаю, где она. В общем, летучая мышь — это новое, что добавили в 1.4. С них ничего не падает, ни опыт, ни дроп никакой. Так что толку их нет убивать, но они просто такие... Я, может, как-нибудь найду их, но сейчас мне что-то не везет, я не хочу их искать. А, да, кстати, вот с помощью этих мышь можно найти себе шахту, так как они в темных местах находятся. Вот. Пещер, точнее. Ладно. Окей. Оп, давайте быстрее на улицу. Без топорика, я думаю. А, у нас есть? Ой, давайте алмазы положим, а то еще убьют нас. Какой-нибудь крипер. Сори. Навряд ли там будет. Окей. Курица. Давайте ее убьем. Вот она. Ну-ка, стоять. О, какой у нас хороший меч. Давайте поедим сразу. Или жареный поедим. Не, давайте сразу поедим. Ужасно хочется есть. Ни один удар сделайте, я уже труп. Ну, хоть один голод есть на весе. И что, одна курица была? Капец. Ну, что нам делать теперь? Ты пойдем. В джунглях там, наверное, только овцы всякие. О, коровы! Давайте, пойдемте. Кстати, да, новые звуки уже. Зомби? Наверное, там пещера. Слушайте, походу, под моим домом много пещер. Кстати, насчет мода. Они, естественно, удалились. А это кто-то корова дошла. Потому что я обновил версию. Так, давайте сначала поедим, а то ужасно есть хочу. Почти весь голос установил. Ура. Ура. Где ты, корова? Вот ты где. Иди плавай. Ну, ладно, не поплавай. Ого, сразу три. Это так обычно не... Везение, можно сказать. Кстати, нам немножко на броню хватит. Так. Давай, выходи уже. Так. Давайте поедим. Угу, у нас голод восстановился. Теперь мы бодрые. Ой. Не кажется ли, я слышу еще одну корову? Да, я слышу еще одну корову. Что-то мне уже как-то... Я уже посыт. Но все равно на всякий пожар... Ну, короче, на всякий пожарный лучше взять еще еды.
Все, только одно мясо. Нехорошая какая-то коровка вышла. Ладно, пойдемте убьем свинью. Такой интересный, как будто лес. Так, ну и где у нас эта свинья? О, слушайте, оцелот. Блин, да рыбки у нас нету. Давайте потом сделаем. Может развести? Да, кстати, лучше развести. Ну, я думаю, этого хватит. Сколько у нас? Ну, нормально, сойдет. Пойдемте пока. Сделаем какой-нибудь огород, что ли. Привет, оцелот. Ну, естественно, сразу убегает от нас. Боится в камень попадать. Что мы хотели? Мы хотели... Пойдемте за деревом, что ли, тогда уж. Положим сюда железо. У нас запас еды. Так. Сделаем нам... Теперь мы можем драться с зомби. Дайте, я хочу нам сделать... как он? Удочку. Приловить рыбу. И сделать нам котика. Давайте нарубим дров, дерево. Прикольные, кстати, звуки. Реалистичные, что ли. Так, давайте нам лучше какое-нибудь дерево все-таки надо разводить будет, так что давайте распилим это все так, палочкой. О, все, давайте посадим вот это, остальное нам уже не надо, хотя не знаю, мне как-то не хочется. Так вот. Угу. Я не знаю, может мы убьем. Кстати, это вроде баг. Вы слышите звуки листвы как бы? Ой, песка. Мне кажется, это баг. Звуки песка какие-то идут. Ну, послушайте. А, ну да, что-то изменили. Поменяли как будто. Мне больше нравятся звуки дерева. Они такие классные. Кстати... Забыл сказать, я уже нашел себе хост бесплатный. То есть скоро у нас уже будет сервер, где будут играть люди. Может и вы тоже. Так. Что, мы пойдем в шахту? Не, что-то в шахту сегодня не хочется идти. Давайте нарубим дерево. А ночью? Наверное, ночью. Блин, я не хочу ночью ходить по шахтам. Точнее, я хочу, но... Где мы найдем хоть какую-то шахту? Вот я хочу развести какой-нибудь огород нам. Сделать, где будут, там, не знаю, курицы. Свиньи. Ну, овцы мне не нужны. Хотя для кроватки не помешали бы. Ну, потом найдем. Вот коров лучше бы развести. А я вас всех убил. Жалко. Давайте до ночи. Попробуем тут еще посидеть как-нибудь ночью. Ага. С едой, конечно. И все ценные вещи. Меч только. С мечом и... Все.
Потому что я боюсь как-то. То еще, о, яблочко. Давайте возьмем. Так. Уже выросло. Ладно, давайте потом-то будем. Ой, только огромное дерево, не хочу его добывать. Долго. Да ё-моё. Темнее, давайте, короче, быстренько все вещи положим, чтобы мы хоть одного увидели. Вот только не крипер, вот только я не хочу видеть крипера, единственного человека. Ну и скелета, наверное. Я бы хотел нам деревню найти, но давайте сначала пока. Слушайте, советуйте мне, что делать. Просто я не знаю, что мне делать. Я вот только в шахтах для этим. Ну, что вам нравится обычно делать? Я могу сделать это. Не так много чего. Так, положим все ценные вещи. И пойдем в шахт. Ой, какую шахту? Не, это шахта уже для добавок. Вот, блин, я не буду этот меч тратить, так что давайте лучше сделаем новый меч. Так, дерево. Ой, палочки у меня есть, так что давайте. У нас две получится. Да, у нас получится. Так, сделаем нам два каменных, наверное. Отлично. Забираем это, наше добро. А теперь это все отправляем в сундук. Чай и железный меч. Блин, так же боюсь идти на улицу. Без еды, что-то мне сыкотно, но я не хочу еду тратить, а то... Лучше развести. Так, блин, не могу попасть в дырку. Надо будет расширить ее. Итак, кто у нас тут? Страшно идти. Страшный, блин. Мне бы паука найти. Так, подождите, я посмотрю. Нет, я не буду смотреть. Скелет, скелет. И скелет как бы не нужен совсем. Мне бы, блин, мне бы паук очень нужен. Блин, ну задолбали писать. Да ё-моё. Отвалите, ё-моё. Какие-то годы. Долбали. Блин, мне бы паука найти. Ой-ой-ой, крипер. Блин. Пауки вообще уроды. Прячутся в каких-то странных местах. Ой-ой-ой, что-то слышишь. А, это курочка. Зомби. Мне нужен скелет. Пацанчик. Так, тихо-тихо, чуть не грохнулся. Ладно, давайте сюда. Наплюем на зомби, он нам все равно ничего не сделает, так как он далеко от нас. Кстати, надо бы сделать, наверное, зелье невидимости потом. И зелье ночного видения. Тоже эффективный крипер. И нужный нам... Блин, мне бы найти очень надо, очень. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и удачи!